вот продолжает наше путешествие. Еще какой-то неизвестный выдаем. Здоровье. Здоровье выдаем. Пруд. Попробуем здесь расположиться, фидер покидать, поплавочку. О, вот такая сорожка, как с пулемета клюет на перловку. На фидер, только успевай. Сейчас сниму. Червя попробовать. Кто знает, может тут и крупный есть. Может и карась. Просто не берет. Постоянно надо прикрым подкидывать ему. Тогда клюет все время. Ну, да. Как корма нет, все уходит. Кровь пошла, может, вон. Кто? Там одна сорожка что-то. Не хочет жить. Жить не хочет. Так заебали. Заколбали. Кукурузы не съели, что ли, блядь?
Клюет как из автомата. Конечно, не то, что мы ждали. Ничего, будем сидеть, может, карась подойдет. Вот рука уже махать устала. Клюет как бешеная. Вот активность немножко клёво прекратилась. Сейчас я сделаю одну штучку. Сейчас шарик прикормки нагрузила. Шарик залепил. Сейчас закинем, посмотрим. Ух ты, сразу поклевка. Вот она есть. Покру... Прикормка легла куда надо. Точное место. Вова. Здесь уже нахерачил. Вова, тяжелый, тяжелый. Время обедать. Килограмм, наверное, 3 уже есть. Рука устала махать. Только сорожка одна. Да, водоем большой очень. С утра рыба прыгала. Говорят, есть карп, карась. Но тишина. Одна сорожка. Сейчас отдохнем и дальше будем ловить. Так, вот после обеда рука устала уже таскать сорожку. Мелковато, конечно. И на фидер клюет, и на поплавочный, только корми. Здесь ее миллион.
Лезет. Здесь не так уж много. Да, не влезет. 6-литровое ведерко. Промбователь только. А, влазит как раз. Давай, проходи. Вот. Нормально все. Консервы будут хорошие. Ладно, все. Пока всем.